Добрый день, Запкия. Продолжаем чинить корейские тачки. И сейчас мы с вами устанавливаем голу на D4CB, точнее ее меняем. Для того, чтобы ее поменять, нам потребуется толик, шуруповерт, ну и пару ключей. Динамометрический ключ есть, поэтому что мы делаем первое? С помощью волшебного шуруповерта прикручиваем болты. Давай. Смотрите, что у нас. У нас имеется 18 болтов. Болт устанавливая предварительно, нужно помазать маслом. Потом берем 12-гранную головочку на 17 и подтягиваем болты. Сейчас мы их протянем и возьмем все-таки динамометрический ключ. Так, болтики протянули. Шурик выручает. Так сказать, технологии не стоят на месте, шуруповерты тоже. Протянули, так, давай. Берем динамо-ключ. Первый этап у нас получается 49 ньютон-метров. То есть выставляем на ключе, у нас получается 42 и еще 7. Угу. И по порядку начинаем затягивать до щелчка. От центра к краям, правильно? Да, да, да. Крест-накрест. Короче, тянем. Это увлекательное занятие. Сейчас протянем первый этап. Потом Анатолий расскажет, что делать дальше. Ну что, первый этап протяжки головы мы выполнили. Сейчас Анатолий расскажет про два оставшихся. Сейчас этап следующий, второй. У нас 120 градусов. И этап заключительный уже будет 90 градусов. Но между 120 и 90 мы дадим ей время на усадку. Сколько примерно подождать? Ну, ориентировок. Ну, 15-20. Посидеть, покурить, да? Пока то есть у нас вот будет 90-120 градусов. Ну, уже не будем показывать последний этап, 15-20 минут, в принципе, все объяснили. Анатолий, есть что-нибудь для владельцев Grand Starx, пожелания, юмор, напутствие? Ну ладно, ребят, чините машины, ездите на них, любите корейский автопром, всем удачи, пока.